стихотворение Абая Кунамбаева «Неволей сумрачный огонь». Неволей сумрачный огонь, разбитый в диком поле, ложится на мою ладонь, как горсть земли и соли. Растерта и раскалена колючими ветрами, она сейчас похожа на коричневое пламя. В ней поколений перегной холмов остывших росы, предани степи кочевой, рассыпанные косы. И жжет мне ноздри злой простор песков сыпучих пруды. Идут, идут по ребрам гор мои мечты верблюды. Они дойдут до тех времен, когда Батыр великий, будя пустыни душный сон в пески пошлет арыки, когда народным кетменем без хана и без бая мы сами грудь скалы пробьем, путь к жизни отрывая.